Так его, а это он, который пиздюк. Убили его, все, клачится или нет? Битесь. Где тут клачется, Федя? клачется. Он куда-то ушел. Клачется, да, клачется, зима, клачется. Понятно. Его убили. Стоп, это же был Тимати Хавк, а не Марди Стоун. Кёнигстайгер, ты тут? Кёнигстайгер? Манул, сейчас попадешь под удар конкретный. Три крейсера так, накидать. Так, я Хака держу. Кёнигстайгер, ты тут? Так что, отходите. Ваня. Мы потеряли карьера. Так, одного карьера у нас нет. Кёнигстайгер ушел. Окей. Он только что, по-моему, говорил, что тут. Да, нет. Нет, это Спази говорил. Это он услышал Тайгера, он назвал Тайгера. Так, всё, я Хавка потерял из виду. Не я надо. Вот отогнал, блин. Все, не, так, кла... Витязь, не клачьтесь, уходим наверх направо. Вырубайте клаку. Ракеты. Вырубать клаку, вырубать, да. Я знаю, вы потеряли Мокс, но обстановка изменилась. Идем направо наверх. Маскилы. Ага, отлично. 51-й разбирают. Кто-то их там стругают уже, блин. Прикольно. Так, они... у меня уже нет времени, я лечу прямо к Миссисипи, что будет, то будет. Короче, двигайтесь все к Миссисипи. Кёнигстайгер, ты что там завис? Клак. Не мы сверху, Никита. Кто такой Кёнигстайгер? В смысле вы сверху? Он сказал, что у него времени нет. Мы отошли наверх. Блядь, ну снизу, они снизу все стоят. Как они снизу стоят, когда он им сказал, что мы снизу сами? Они что, психи? Они снизу стоят, вот Миссисипи. Психи. Ну ладно. Клачьтесь, все клачьтесь. Да, все клачьтесь. А что потом делать заранее, скажи? Заходите вплотную, они в принципе далеко стоят от Миссисипи и расстреливаем их вплотную. Они так довольно-таки далековато. Хан, то есть Лемпа... снизу заходим, понятно. Угу. Хан, так, стреляем пока по Хелкану. Стоим. Стоим пока. Уже. Так, я тут один остался, да? Так, меня тоже стоп, сейчас стоп. Стоп, Кугуар? Блять, нет, блять, нет. Тимати Хак нас опять увидел. Подождите, а что... А, Кугу... Так, стоп, хорошо. Назовите имена своих батлшипов. Кто это Кёнигстайгер, это Ваня. На карьере. Пришел. Я увидел, что Кугуар там у Миссисипи уже заклачился впереди. Да, я сказал, у меня нет времени, я пошел вперед. Витязь, я лечу вниз, короче. Отлично. Берите прицел на Хелхана. Хотя, ну, хотя, не, берите на... Нет. Подождите минуту хотя бы, дайте минуту, нам нужно перегруппироваться там. ЛНС флэш. Боже. А вы где, ребят? Бля, ну это вообще жесть. Так, Хан, ты сказал, первая цель, да? Нет, ЛНС флэш. ЛНС флэш, видите его? Да. Не вижу. Мы такого. Просто а, вот с вижу. Бортов можем всех повыносить нормально. Да, вижу. Вижу. Заходите к нему с бочины и его первым выносите, и потом всех остальных. Хан, бери прицел на ЛНС флэш. Так, заходим, я начинаю заряжаться. Я сбоку от него. Ждем. Ой, ёп, на меня. Ой, ёп. Да, на тебя куча их летит. Давай, вали оттуда. Они вылазят. Дай. Так, народ, вы около флеша? Я, да. Я почти готов стрелять. Ты уже заряжаешься? У нас времени просто. Да, но энергии нету. Сколько у тебя энергии сейчас? Всё, пошла. Два квадратика. И... А, нет времени. Начинаем.
А кто на мне сидит? Два крейсера, точнее батл, крейсер и гамбот. Сейчас я их потыкаю. Чтоб не расслаблялись. Готов мне скинуть на батл? По Йорктауну, по Йорктауну. Да блядь! Нанобаты, давай, 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 давай. Скорее, скорее, скорее. По Йорктауну. Все, спасибо. ЛНС Фронтьер, Бэтл Круизер, вали его. Хан. По Йорктауну работаю. Ты что, Фронтьер, Макс? Давай, окей, его. По Хелкхану. Да блять, какой мудила все время. Так, молчу, это по Хелкхану работаем. По Хелкхану. Резолюшн возможно. По резолюшну. По резолюшну он по куклару работает. Все, положили. Помогаем нашим. По резолюшну работаем. По резолюшну. Резолюшн, берем резолюшн. Резолюшн. Все берем резолюшн. Куклару, он по тебе работает. У меня такие тормоза, что я ничего не могу сделать. Работаем по резолюшну. Резолюшн. Куклар, развернись. По резолюшну. О боже. Резолюшн просто внятно. Еще и сверху. Да. Бэтлшипомаха. Все на Бэтлшипомаха давайте переключаемся. Он прямо рядом с вами. СД-шин. Он он в Миссисипи. Он в Миссисипи, мы его не возьмем. А, я понял. Я его достаю. Да, кто может, доставайте. А нет. Все, достаю, 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 да, все достаю. СД-шим этот, Амаху. Так, он уходит. У меня что-то СД сломалось, что ли? Я не понял прикол этого. Просто тормоза. Или я не вижу, что они летят. Вот сейчас, смотри, летят у меня СД в него. Потому что я что-то не вижу, что что-то летит. Отходите, отходите от Миссисипи. Входим, находим фаллбэк. Делаем дальний бой. Ракеты на Миссисипи. Кугар, и... ты хотел, умер. Ну, у меня уже время. Да и такие тормоза ужасные, что капец. Ну, Кугар от Радита первым умирает. О, он сдох. Кто? Прометей. Все по Прометею работаем. Дальний бой на Прометея. Я пойду вырубать Миссисипи. Так, Хан, давай это действительно. Ой, он уже труп. Вырубаем Миссисипи, пушки. Она вообще, по-моему, не работает. Вырубайте ее в упор. Ракеты пошли на это, на Миссисипи. Давайте, короче, я в суицидальную атаку пошел. Ну, подожди, не надо так. Да я пофиг, мне тоже нужно идти. Люди, кого бьем-то? Я что-то далеко от вас получился. Peacekeeper, понял. А вообще не работает Миссисипи, походу. Готов. Следующий крейсер берите какой-нибудь. А не, он еще успел респаунить. Тимати. Мишкурил готов. Отступайте. Миссисипи ломаем сейчас, чтобы она не смогла по нам стрелять. И отходите. Так, еще один. Сиерж Крюгер. ЛНС Фабьюлос там летает. Он далеко. Так, батлшипы назад.
Да ты что, псих? У кого-нибудь ботов есть? Авария пусть отходит. О, кстати, мне не помешало бы, чтобы мне кто-то скинул хоть немножко что-нибудь. У кого-то есть? Киньте мне кто-нибудь это, запрос, у меня немного есть. Давай я сейчас подключу. Так, перехватываем Баварию. Она отходит. Туда, куда она отходит. Пошли, поможем ей. А нет, все нормально. Так, отходите дальше, Миссисипи. И, пар, тебе чего дать? По чуть-чуть всего. Там по 200 штук, если будет, то хватит. 200, 300, 300. Ко мне подходи. Да он ушел на станцию, истыканулся. Так, а я это, давай, обменяю, что ли, боты на щиты. А то ботов у меня нет, а щитов полно. Еще ближе. Возьми. Феникс Тайгер. Отходите дальше от Миссисипи. Миссисипи, все. Она готова. Отходи, это, Макс, дальше. Тебе будут пульсы и цербы доставать. Блять. Пока ничего не достает. Вот уже достает. Уходи! Блин, манул, ты тебя сейчас прибьют. У тебя нету места. А, окей. Давай. Тут под эти. Под боты. А, тебе боты нужны сейчас. Да. Не мог же. Но я примерно, у меня так, 800-400 осталось. Нормально. Так, кто у нас большой еще остался? Люди, а где они? Все большие корабли? Что-то я с манулом. Они все, они уже убежали к воротам Нью-Йорка. Давайте, круиз на ворота Нью-Йорка. На ворота Нью-Йорка? Угу. Ты хочешь превратить это в суицидальный рейд? В смысле? Чего? Мы там просто проверим. Если там кто-то остался, мы их добьем. Там уже у них обороны не будет против нашей группы. Достаточно послать только пару файтеров туда. Да ладно, слетаем и уже обратно полетим. Меня перехватывают. Кто? Не знаю. Нет, все нормально. Ух ты. Вижу Новый Амстердам справа. Давайте его гопнем. Возле тюрьмы. Есть, да, нет, а нет. Да он да есть. Где я не вижу. Вот он прямо перед кем? Перед пульсы. Бля, где он? Что-то я его не вижу. Вот возле тюрьмы. А, вот вон пупсик летает. Да. О, бедняга. Петильник, что ли? Понимаю, если бы это что-то крупнее было. Нормально. Нехер уходить с поля боя, должны умереть все. Он успеет. Бежать. Так, люди, красный еще он тусует. А, нет, это... не очень. Он пошел. Куда? Прямо он на прямо секонд на ремео. Готов. Отходим к воротам Нью-Йорка. Такой внезапный ганг. Тюрьма сильно рубит, конечно. Yeah.
Да-да. Каждая станция тогда превратилась бы в форт. Да пройди, что все, иду по трейдлейну, полуживой. Спати. А, блин, ребят, отойдите, я с вас сейчас ебнусь. 3, 2, 1, ну контакт. Что? Все, никого нет. Можно возвращаться обратно. Всех разобрали, да. Говорю всем вернуться. Маркусу еще чуть-чуть осталось, блин. Ну что, куда? В Гамбург? Я так понял. Да. Я на круизе прилечу, наверное, до Миссисипи, а там уже залезу в торговую выше. Вы уже залазите в торговую, кому надо. Я клачусь. Питок ему осталось. Кто в него стреляет? Сейчас пиздец будет. Чух. О, блядь, нет, он еще жив, гад. Все. Абель Браун. У них вообще никого не осталось. То есть все. О, Бавария снимал. Какое прикольное слово зафрапсировал. Не, просто. Круто. Слушай, я даже не думал, что он снимает видео. Блин. Надо будет глянуть. Хорошие пилоты с отвратительным характером. Люди, а у нас кто-то умер вообще или нет? Да, ну, Кубар те, только. Ну, и... да, если бы он не по времени не прижал бы, я думаю, было бы вообще нулевое. У нас бы никто не умер. А, ну он же сказал, полетел ва-банк. Да. О, спать, засранец, у тебя еще 1000 наноботов осталось. Так пусть вас Миссисипи. Пусть вас Миссисипи прибьет. Да нет. У меня 1500 наноботов и 1000. Каждый раз я тут сказал, дайте. Фак, мне кто-то таранит. Что, летим домой? Походу, да.